ב-13 בינואר 1948 נהרג סולומון מיכולס בתאונת דרכים בעיר מינסק. מותו הטרגי גרם לאבל המוני, במיוחד בקרב היהודים. היום אנחנו יודעים שכעבור כמה חודשים פורסם צו סודי על הענקת אותות הצטיינות לקציני שירותי הביטחון שהשתתפו בחיסולו של מיכולס, שהוסבה כתאונת דרכים. בזמן רצח מיכולס, תוך 5 שנים, מצבם של היהודים הסובייטים השתנה לחלוטין. משותפים נאמנים, רצויים ומכובדים, הם יהפכו לבוגדנים, לחשודים בנאמנות כפולה, לאזרחים סוג ב'. עידן האנטישמיות הממלכתית בברית המועצות החל. כמעט מיד אחרי הרצחו של מיכולס, דורש שר הביטחון פנים אבקומוב לסגור את פעילות הוועד. בדיווח סודי הוא מאשים את חברי הוועד בלאומיות יהודית. במאי 1948 מגיעות ליהודים הסובייטים ידיעות על הכרת ברית המועצות במדינת ישראל הצעירה. הם ראו במדינת ישראל עוגן לאומי, ישות יהודית לאומית שקמה לה לתחייה ואפשרה להם גאווה לאומית. We know that Jews were asking to go to Israel, Jewish veterans from the war were willing to fight on Israel's side, thinking, well, the Soviet government supports the establishment of the state, and then as Jews they wanted to go and help defend this new vulnerable state against these Arab enemies. יהודים רבים שולחים מכתבי תמיכה בישראל. הבולט והנלהב היה החייל היהודי המפורסם, פלקובניק דוד דרגונסקי, שקיבל פעמיים את עוד גיבור ברית המועצות. בקיץ 1948, דוד דרגונסקי פנה לוועד האנטיפשיסטי במכתב, שבו הביע שמחה לאור הקמת המדינה היהודית, וכן רמז שהוא יעשה הכל כדי להגן עליה. Помогите мне, пожалуйста, понять, откуда была эта наивность у людей, которые прошли Холокост, или семьи, знали уже, что такое антисемитизм, соседи, знали, во что это выливалось и в чем это выражалось. Прошли уже террор 30-х годов. И откуда вот такое, я бы сказал, уверование, что нет, нам сейчас все можно. У нас есть своя страна, нам позволят ехать и защищать ее, и только поддержат нас в этом. Ну, для начала позвольте мне процитировать слова, которые приписываются жене Ворошилова, Екатерине Голди Гробман, которая якобы сказала их своей невестке: ну вот теперь и у нас есть свое государство. И если уж жена Ворошилова, супруга Ворошилова, часть советской высшей номенклатуры, часть советского высшего государственного истеблишмента высказывалась в таком ключе, то понятно, что рядовые советские евреи вели себя абсолютно аналогичным образом. Следует понимать, что если выражаясь современным языком, советское медиапространство тех лет было заполнено положительными упоминаниями государства Израиль. Даже начиная еще в 1947 году упоминались выступления советских представителей в ООН в поддержку Израиля, упоминалось голосование. Вон, упоминался сам факт создания еврейского государства. В прессе описывались бои в тогдашней Палестине в положительном ключе относительно позиции молодого еврейского государства. И арабское вторжение описывалось абсолютно отрицательно. И в некоторых позициях даже проводились некие параллели с фашизмом. Я хочу спросить вас. В истории советско-израильских отношений был ли еще случай, когда советская пресса так положительно отзывалась, реагировала о израильской армии, о боях в Израиле? Или это был единственный случай?
Это абсолютно уникальный случай, поскольку уже в сентябре 1948 года прозвучал первый звонок, письмо Оренбурга, статья Оренбурга, опубликованная в «Правде» 21 сентября, под названием «По поводу одного письма», где достаточно прозрачно советским евреям намекалось, что поддержка государства Израиль — это политическая сфера, а дом советских евреев в Советском Союзе. Но заняло еще некоторое время, пока советские евреи поняли весь ужас происходящего. Но с точки зрения советской прессы, именно первая половина 1948 года, ну или точнее даже сказать, не первые месяцы после создания Израиля, и установление советско-израильских отношений были в советской прессе абсолютно позитивными с точки зрения представления Израиля. И такого уже не повторялось. Даже в самом конце советско-израильских отношений такого положительного стиля уже не звучало. Доктор Конторович, большое спасибо. Спасибо вам.